Стали появляться места, хоть пока мало, но появляются места для отдыха и досуга с семьей. Парк изумрудный, прекрасный, красивый, отреставрировали. Работы еще идут, но скоро все закончится. Угу. Парк юбилейный еще восстанавливают. На поселке Южном прекрасную аллею построили. Нет. Пляж сделали на Южном. Если следить за последними какими-то спортивными мероприятиями, это вот эти вот и зеленые марафоны и тому подобное. То есть, думаю, со спортом в Барнауле все очень даже хорошо. О чем вы мечтаете? Мечтаю, ну не знаю, чтобы наш город стал столицей России. А в том виде, в каком сейчас Барнаул есть, насколько он комфортный, развитый, современный? Вот я была во многих городах России, Барнаул это такой намного развитый, намного комфортнее город. Он чистый, зеленый, красивый просто. И по самой инфраструктуре здесь очень хорошо, и сам город очень нравится. Это дороги строятся. Правительство выделяет деньги на строительство дорог. Это все улучшает, как говорится, движение, технику безопасности туда-сюда. Много в городе велосипедных дорожек появилось. Когда переехала, тут вдруг у нас Арбат есть. А когда-то что-то было, это же совсем другая зона торговая. Нет, очень хорошо, нравится.